готовы. Кто-то у меня свистнул очки. Мы едем на рынок. Сейчас приедет туда Наташа Варвина падать в оморок от Кая и ругать меня за цены. Что, малыш? Смотрите, значит, что хотела сказать. У нас сегодня много гостей будет. Мы смотрим сегодня финал последнего героя. Будет очень много гостей. Я обожаю. Я очень хлебосольная. Все это знают. Люблю, когда у меня очень много людей. Блядь, что за херню я несу? Очень много гостей. 500 раз, я тебе уже сказала. Короче, сегодня должно быть весело. На этом коротенько все. Вы задротышки. Мара, теперь ты надень. Юра, куда ты пошел? Все уже, ты засветился. Кому больше идет? Учительница Маруси русского и литературы? Или учителю физкультуры Теоне? Еще вот так вот зуб переднего сюда. Мои на рынке. Кто на рынке? Кто чем занимается? Кто ест? Я дегустирую. Кто не ест и нервничает сильно. Так, я пойду колбасу заберу, подождите. Ты не нервничаешь, Наталья. Но Наталья-то в своей стихии, в своей. Да, в своей. Она мне не дала посмотреть ни одной цены. Я говорю, это почем взяла? Она говорит, отстань.